Да. У нас есть этот попытка номер два и еще попытка номер три. Да. Вот так вот происходит процесс. Бедный папа, бедный. Третий день в трудах. Рабыня на плантации. Да. Мы не рабы, рабы не мы. Вот так происходит процесс получения божественного напитка, а не алкоголя. Вот это уже готовый вариант. Вино, виноматериал, как папа говорит. Вот папочка сейчас. Вот так, сейчас папа будет дальше производить процесс, да. Да, здоровье это не железное. Видишь, как течет? Угу, я сниму. А сейчас с него начнет выпадать нектар. Дальше снова наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Да. От так. Ще немножко.